А теперь к новостям спорта. Мирнинские фигуристки стали чемпионками всероссийского турнира «Русская зима». 15-е юбилейные соревнования проходили в Сергиевом Посаде. Турнир для фигуристок-любителей «Русская зима» собрал 600 спортсменов со всей России. Якутию на состязаниях представляли тренеры культурно-спортивного комплекса «Алроса» Ольга Ладыгина и Наталья Яковлева, а также их воспитанница Виолетта Михелова. Для юной фигуристки это были первые соревнования такого уровня. Мирнинские спортсменки не оставили своим соперникам шансов на победу, завоевав в общей сложности 6 золотых и 1 серебряной медали. Михелова Виолетта, она заняла в своей категории первое место, выступила очень достойно и замечательно для первого раза. Наталья Яковлева заняла 3 первых места. Я на русской зиме первый раз, и также 3 программы заявлялась, и в 3 программах у меня 2 первых места, 1 второе.